принципе, я уже и работать стал чуть-чуть. Вот, вот он мой черный мотается. Вон он мотается. В общем, голуби летают уже около 3 часов. А вот он какой-то вот уродец. Вот он. Я его сейчас покажу. Вот он, орел. Первый раз я видел, что орел голубей бил. В принципе, он мотался. Я думал, это какой-то пакет летит или шарик что-то летит. Вот он. Он охотится на черного. Разорвал мою мраморную голубку. Вот она упала. В общем, с космоса упали 3 штуки. Вывалились. Вот он, орел. Вот. Я, в принципе, на него направляю, на всю приблизил. Вот он. В общем, как-то он пикирует, складывается. Даже непонятно, что это такое. Я изначально думал, что это или кулек летит какой-то целлофановый, или что-то другое. И потом резко подлетел мраморный, он за счет того, что, видимо, большой, раскрылся и насадил ее. Все голуби слетели резко в этот. Мраморная тоже туда упала, какая-то серая мраморная моя голубка. Так, ну а черный, не знаю, на солнце он опять вон оборвался и пошел наверх. Вон он летает. Черный мотается. Он его тоже 2 раза уже на него заходил. Ну как бы этот, видимо, видит, а мраморная не увидела. Я и тоже смотрю, они оба летают. Сначала мой дикарябы сел. Вон они все попрятались под крышу. Никого, ни одного голубя нигде нету. Он его мраморную низко гнал до самого конца почти. Зацепил, у него хорошо перьев, как с подушки вывалилось. Вот. Ну, ушла она от него. Вот, летали 3 штуки. Дикарябы мой. Я думал, это моя рябая голубочка была, но это была мраморная. Он ее стукнул. И вот этот черный, не знаю, что-то еще наверху есть, нету. Вот он вроде бы уже и опускается. Вот он мотается один. Вот он дикарит. Боится голубь. Быстрее бы уже сел. Погнал голубей где-то 8:20. Где-то вот так. Вот до сих пор он мотается. Уже время 12 час. Я думал, уже голубей нету наверху. Оказывается, 3 были. Вот они ушли в голубом небе. Поднялись. Я вот стал возить. Вот уже взял у соседа тачку. Стал возить отсев, подсыпать. Смотрю, голуби опустились. Вот он пока один мотается. Ну, тут как бы никакой игры, ничего не будет. Он что-то очкует голубь. Может, когда чуть-чуть приопустится. Так, вот он. Вот она атака, вот она. Вот она складывается, ублюдок. Вот он и голубь резко вниз. Я не знаю, вот я зацепил, не зацепил. Откуда такие орлы взялись? У нас их раньше не было. Были чуть побольше. Вот он, голубь, все. Ага, еще и напоследок сыграть надо. Вот он стоит. Молодец. Ух ты, промазал. Да. Голубь сильно устал. В принципе, он красавчик. Он отмахал в любом случае более 3 часов.
Вот он голубь. Так, уже я в курсе, какой голубь. Голубь с белым кольцом. Это голубь с Моздока. Это голубь Сергея. Я брал их пискунятами. Вот так вот. Не знаю, ну, наверное, больше нету никого. Наверху вот был черный, дикорябый и один светлый мраморный. Все. Ну, видимо, на этом буду заканчивать это видео. Даже не знаю, снял я этого горла, не снял. Ну, раньше таких у нас не было. Он как-то складывается, он очень большой, как будто курек летит. И резко раскрывается и бьет. И именно только сверху заходит на голубей. Вот сколько смотрел, вот атаки 4 было, наверное. Вроде бы что-то падает просто сверху с неба и резко перед голубем раскрывается, когда хватает. Ну все, на этом закончим это видео. Посмотрим, что будет вечером. А сейчас пока меня ждет вон она тачка. Как бы строительство новой голубятни. Скоро в отпуск, надо подготовиться и пахать как ишаку. Ну все. Вот такое вот видео. Вот такие орлы у нас. Видимо, перелетные какие-то. Раньше таких не было. Сапсан белый и рябыш. А тут еще эти засранцы. Все, всем удачи, всем пока.